Группа называлась от верхнего Ларса до самого нижнего Ларса. Это порядка около 5-6 километров. Люди стоят здесь почти, можно сказать, сутки. Лично я стою здесь почти 8 часов. Точнее, 2 часов ночью. Ехать недалеко, в принципе, туда и обратно, но факт то, что я не могу доехать. Люди уже на встречку повылазили, кто-то в очереди, кто стоял уже раньше. Доехать невозможно, граница встала. Устраивают пробку с России в Грузию. Не дают проехать.